Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор гидролата лимона. В летнюю жаркую погоду вы, возможно, обращали внимание на девушек, освежающие свое лицо из бутылочки с пульверизатором. Жидкость, находящаяся внутри, это спрей, сделанный из гидролата. Освежающий гидролат душистых растений помогает нашей коже не пересохнуть в палящий зной, а наоборот получить нужный заряд витаминов и увлажняет их. Свойства гидролата лимона таковы. Гидролат лимона – прекрасно отбеливающее средство от веснушек и пигментных пятен, а также может осветлить волосы. Если вам необходимо подсушить волосы от чрезмерной работы сальных желез в жаркую погоду, но не пересушивать их, обезвоживая, достаточно побрызгать аэрозолем лимона, и волосы снова будут иметь здоровый вид. За счет витаминов в его составе прекрасно избавляют от перхоти и сибореи в составе шампуней и масок. Гидролат лимона является средством, которое очищает поры и сужает их. Это очень эффективно при угревой сыпи или черных точках. Врачи рекомендуют этот гидролат как средство от герпеса и других кожных заболеваний. Применяя в своих косметических препаратах гидролат лимона, вы будете уверены, что используете натуральный и проверенный косметический компонент. Применение таково. Гидролаты используются как средство для смешивания масок и глины, обогащают маску дополнительными витаминами. Тоники, молочко для снятия макияжа, спреи освежающие, пены для бритья и лосьоны после бритья, успокаивающие средства для всех типов кожи. Гидролаты широко используются в мыле с нуля. Это добавляет натуральности вашему мылу. Создавая натуральные духи, вы сможете использовать гидролат и его натуральный аромат. Вот такой бутылочке мы отправляем гидролат лимона нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!